Сначала вы берете банку пива за 79 центов. Это фактическая стоимость пива плюс банка. То есть вы платите залог. Залог за банку указан на самой банке. Вот этим штрих-кодом определяется, что ее можно сдать. И здесь написано 25 центов стоимости. 25 центов стоит сама банка. Соответственно, 54 цента стоит само пиво. Все, что продается в Германии, подлежит сдаче и повторной переработке. То есть вы просто оставляете залог. И все. А потом забираете его обратно. Таким образом, экономится очень много места для вывоза мусора. А вывоз мусора в Германии стоит колоссальных денег. После того, как вы опустошили содержимое, подходите вот к такому автомату, который находится в любом практически супермаркете, и опускаете туда в бутылку. Он сам считает, что вы опустили, и выдает вам чек. Этот чек вы можете обналичить в этом же супермаркете, а можете потратить его на покупку следующих продуктов.